А? Ну? А? Ну? А? Ну, боже мой. Прелестно. Другого слова я не подберу, это просто прелестно. Не подберете? А я подберу. Это черт знает, что такое. Вот что это такое. Да. И, по-моему, это даже не из моего материала. Да. Это не мой материал. У меня был такой спокойный коричневый. Коричневый у меня был. А это серый. Это, по-вашему, не коричневый, да? Это серый, а не коричневый. А у меня был такой, коричневый. Так, это типично коричневый цвет. Он немного отдает серый, но исключительно по приемке крапинок и полосок. А потом неоновое освещение, понимаете? При неоновом освещении вся наша продукция выглядит исключительно серой. Очевидно, вы дальтоник. Кто? Дальтоник. Я производственник. Господи, просто редкая удача. Какая же это удача, когда он трещит подмышками? Это вот. Надо проверить. Это надо проверить, откуда этот треск. А может быть, у вас скопилось избыточное электричество? Электричество? Да. Неужели вам не ясно, что этот трещит ваш пиджак? Нет, не наш, а ваш. Я говорю ваш, в смысле именно ваш. А я и говорю ваш, в смысле именно ваш, товарищ Мартьянов. Севатьянов. Тем более. Ну что вы, Егор, что вы говорите? Вы посмотрите, какая дивная линия покроя. Ну вы только посмотрите. Ну какая же это дивная линия, горный хребет, одни складки. Боже мой, Париже! Париже, дорогой мой, отдельные деньги платят портному, чтобы добиться вот именно таких складок. Я не могу даже расправить плечи в этом пиджаке. А зачем? Что зачем? Ну зачем вам расправлять-то плечи? Кто вы такой? Вы что, боксер, вы или штангист? Нет. Ну вот тогда зачем вам расправлять? Ну посогните их побольше, пожалуйста. Вот замечательно, посмотрите. Вам идет быть сутулым. Вы посмотрите, вот это совсем другое дело. Теперь видно, какая у нас шикарная вещь. Да какая же это шикарная вещь, когда рукава... Рукава, посмотрите на рукава, они даже запястья не достигают. Товарищ, товарищ, мы шили модную вещь. Вы что же хотите, чтобы наши заказчики ходили по городу спустя рукава? И все жаловали, что мы сшьем не по размерам? Ответьте мне, пожалуйста, на один вопрос. Ну? Какие теперь носят брюки? Узенькие. Правильно, еще какие? В дудочку. Умница. Все знает. А разве к ним подойдут длинные рукава? А, вот видите. А? Да, ну а почему же у меня карман под мышкой? Ой, честное слово, он какой-то просто культ создал из своих подмышек, честное слово. Ну вы согласитесь, я же не могу достать рукой для кармана. А не надо вам доставать. Зачем? Элегантный молодой человек вообще никогда ничего не кладет в наружные карманы пиджака. Это такой декоративный карман, небольшое украшательство. Ну вы поймите, это карман-то все-таки подмышкой? Я подмышкой карман? Честное слово, без конца про подмышки это что-то страшное. Я никогда ничего подобного не видела даже в дамском ателье. Вы меня извините, пожалуйста, товарищ Касьянов, но это... Севастьянов! Просто... Севастьянов! Вы Севастьянов! Кто с этим спорит? Вот ваша квитанция, вот ваш пиджак, берите его, носите его себе на здоровье. Да как же я его могу забрать, когда он мне тесен? А новая вещь всегда немножко тесна. Пора бы это знать. Возьмите его, возьмите, поносите недельки-две. Он станет просторным, как саван, клянусь вам небом. А через недельку вы придете, мы вам в новом квартале все переделаем. Разрешите, я вам сама скажу.